2020 год стал тяжелым временем и испытанием для студентов и преподавателей. Мне было неудобно находиться на удаленном режиме, так как не хватало привычного общения, привычных заданий, вопросов, живой речи учителя. Но мы хотели вернуться на прежний формат работы, и мы это сделали. Я сделал прививку от новой коронавирусной инфекции и считаю, что каждый должен вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.